Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы начинаем играть на родине РП Южный Округ. Я играю на Центральном Округе, как вы помните, это первый сервер, можно сказать. Но там у меня уже практически все есть, поэтому я решил начать играть и на Южном Округе. Если вам нравится эта идея, то поставьте обязательно лайк. И не забывайте о ник регистрации. Мой ник здесь Кирилл Путбуль, а на первом сервере у меня Путбуло Ви. Так что не путайте, здесь у меня Путбуль. А там Путбулове. Все будет, что в описании под каждым видосом есть. Поэтому, кто не поймет, все в описании будет, если что. Итак, давайте возьмем квест у Виталия. Виталий. Так, поговорить, важное задание. Сделать паспорт. Будем все делать по порядку, в принципе. Я думаю, бабки у меня есть. Вот, 500 тысяч у меня есть, как бы. Это рефералы меня ввели. Большое им за это спасибо. Кто также желает помочь, то вводите мой ник при регистрации. И когда вы достигнете 3 уровня, или там 4, я не помню, то мне капнет денежка. Так, все, я успешно взял скутер. Теперь едем получать паспорт. Потом, я не помню, надо на права сдать вроде бы как. Ну, не знаю, пополняем квесты, конечно, не все. Квест на ферму я, наверное, не буду выполнять, потому что, блин, ну там очень долго это делать все. Но, не знаю, посмотрим. Просто реально там очень долго делать. Все, надо вот это бегать. Там много. Надо тюков, по-моему, принести. Если я не ошибаюсь. Ну, посмотрим, не знаю. Может, будем проходить, может, нет. Так, все, рестарт произошел. Я могу свой скутер, в принципе, поставить. Так, надеюсь, его не украдут. Очень даже надеюсь. Так, давайте получим паспорт мужской. 22-е. Так, давайте напишем 22-е. 06-е. Я напишу свою настоящую дату рождения, 1998. Все. Если что, это моя настоящая в жизни дата рождения. Так что как-то так. Все, мы можем ехать и сдавать квест. Так, все, давайте завершим квест, в принципе. Видите, сколько рыжика просто лежит и просит деньги. Это просто жесть. Так, чувак все же скинец купил. Хатаб Халимов. Так, задание. Можно завершить. Все, завершил я. Так, задание. Лучшая работа. Это лучшая работа. Нужно разгрузить вагоны. Время что-то получить. Хватит сложных работ. Давайте поедем просто получим права, я думаю. И все. Потому что эти квесты проходить, я их на первом серии проходил, то есть на Южном Округе. А здесь проходить, я думаю, нету никакого смысла вам показывать. Потому что, я думаю, все и так прекрасно знают, как эти квесты проходятся и так далее. Кстати, на Южном Округе онлайн намного больше сейчас. Ну, не намного, на человек 40 больше, чем на другом, на первом сервере. Чем на Центральном Округе. На Центральном Округе сейчас 140 где-то онлайн, а здесь уже почти 200. И время 10 утра, чтобы вы понимали. Так, вот мы прибыли к автошколе. Можно идти сдавать на права. Правда, я не помню, как это на права сдается, но... Так, на права, во. Далее. В ходе теста вам будет задано 4 вопроса по ПДД. После ответа на все вопросы система выдаст количество правильных ответов. Для положения нажмите «Далее». Так, максимальная скорость в городе. 60. Разрешена ли парковка на тротуаре? Всегда нет. Максимальная скорость вне города. Наверное, 100 километров. Что нужно делать при тумане? Снизить скорость и включить фары. Ехать как можно быстрее, выйти из машины, ехать. Так. 2 из 4. Блин. Давайте, наверное, если, по-моему, ответы были. Я не помню. Так, настройки команды сервера. Эти тесты, блин, сдавайте. Я просто не помню реально. Ответы на тесты здесь должны быть, но их почему-то я не вижу. Сайт. Часто вопросы. Ладно, давайте я попробую еще так сдать. 150 рублей просто, понимаете? 4 вопроса, окей. Репарковка на тротуаре. Так, короче, в итоге меня крашло. Я не знаю, из-за чего, блин. У меня реально в последнее время такие проблемы с криминалочкой.
И меня просто крашнуло. Братан, не. Ты попутал берега, это мой скутер. Поэтому я тебе его не дам. Так, движемся в сторону автошколы обратно. Так, на желтый проезжаем. Давайте зарубу с ним устроим. Зарубу. Так, это красный. На красном нельзя ехать. Я на зеленый проехал. Ну да, напоминаю, что у нас есть технический раздел на форуме. Если у вас что-то пропало, пишите туда. Окей. Без проблем. Ой, нахер я сюда приехал? Я, кстати, у меня получилось сдать на права. Точнее, не сдать на права, а ответить на все четыре вопроса правильно. Но, блин, я вышел с автошколы, чтобы пойти на сесть в машину, у меня крашло. Так, снова я здесь. Блин, сейчас надо сходу попробовать сдать на эти права. Блин, у меня 4 из 4 было правильно. Так, Вася, подвинься, спасибо. Так, далее. Хорошо, хорошо, так, вне города, 120. Так, в случае 60, делать снизить скорость. Все, ответил правильно. Е-бой. Не зря, блядь, правила дорожного движения учил. Это помогло. Так, погнали, короче. Вон моя машина стоит. Моя пушка. Точнее, она тут не стоит, надо взять любую из них. Мотик чей-то стоит. Так, заводим двигатель. И едем сдавать. Я, кстати, еще ни разу здесь не сдавал. Ну, я сдал, когда еще старый маршрут был, короче. А на новом я не сдавал. И вот сейчас на новом буду сдавать. Как можете заметить. Так, стоп-стояночка. Во. Сейчас придется даже жопой заезжать. Ну да. Как я и думал. У нас будет только на полигоне вот этом или в городе тоже будет интересно. Я просто хз. Так. Шо у меня гонять типа этих чекпоинтов, непонятно. Так, ну типа красный. На красный можно ехать или нет? Я просто без понятия. Ну, если проехать, то... А, в город все-таки надо выезжать. Ну ладно, поехали. Блин, только надо тачку закрыть. Если меня с тачки выкинет кто-то, то будет очень плохо. Очень-очень плохо. Блин, дружище, аккуратно. Я ж тут сдаю на права, ёба. Так, давайте скриншотик сделаем. Так, ждем зеленый сигнал светофора, просто сейчас надо со старта его дернуть, пацаны, давайте, давайте. Я вас верю, давайте. Ну, почти. Ну, реально почти. Чуть-чуть не хватило. Так, не будем превышать только скорость. Так, ну, маршрут довольно-таки странный, конечно. Ну, да ладно. Смотрите, Чирончик стоит. Ну, у меня есть тоже Чирончик, только на первом сервере. Но, возможно, здесь тоже когда-то добьемся того, что я куплю Чирон. Так, назад сдать. Ну, чувак, такой мотик прикольный, он впереди поехал. Я бы себе купил такой. Так, все, я доехал уже. Давайте заезжаем вот сюда. Автошкола, кстати, очень классная. Мне, не знаю, мне очень понравилось. Прям топовая автошкола. Все. Вы успешно сдали тест на вождение. Держите свое вот водительское удостоверение. Все, пацаны, мы сдали на права. Это просто заебись. Это реально просто заебись. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте вводить мой ник при регистрации. Вы мне этим очень поможете. Будем вместе играть на Южном округе и на Центральном округе. Я тоже буду снимать и играть также. То есть я буду играть на двух серверах. На Центральном округе и на Южном. Но насчет Южного я точно вам не знаю. Вот поставьте лайки, напишите в комментариях, играть ли мне на Южном округе или только на Центральном. Все, всем пока-пока. I